Ярославский пловец Данила Немолочнов выступит на первенстве мира в открытой воде. Сейчас 17-летний спортсмен вместе с тренером находится в израильском Эйлате. Соревнования среди юношей и юниоров пройдут там с 6 по 8 сентября. Немолочнов – воспитанник 4-й спортивной школы Олимпийского резерва. Он уже имеет статус мастера спорта. Перед мировыми соревнованиями Никита тренировался 12 раз в неделю. Даже в России немногие спортсмены могут похвастаться таким уровнем. Как бы плавание на открытой воде своеобразно чем? То есть не просто высокие результаты в бассейне и трудолюбивое какое-то отношение к длинным дистанциям, а вот именно еще способность хорошо ориентироваться в открытой воде. Это, к сожалению, как мы выяснили, не всем дано. В первенстве мира примут участие также двое рыбинцев – Даниил Орлов и Александр Степанов. Всего Россию представят 12 спортсменов. Ярославцам предстоит преодолеть 7,5 километров в Красном море. От пловцов ждут высоких результатов. Наш регион является одним из ведущих в России по плаванию в открытой воде. Здесь выросли заслуженные мастера спорта Кирилл Абросимов и Евгений Драцев.